умирает совсем, понимаете, что... Ну, осталось ему там, не знаю, там час, два, три от силы. Ну, его жена начинает, Сара, делать фаршированную рыбу, потому что там уже поминки, там все. Вот. И он уже, значит, почти отойдя, вдруг запах фаршированной рыбы, он открывает глаза и говорит внуку: слушай, мне так хочется фаршированной рыбы, пойди скажи моей жене, чтобы она мне дала там кусочек. Тот возвращается и говорит: девушка, бабушка, скажу это на потом. Я говорю, что он мне говорит: знаю процедуру. Я говорю: да, какую? Умру. Туда меня отвезете. Будете мне зажигать. А вы потом потихоньку в ресторан. И правда он говорит, правда. И все. Да-да, и все, и он так. И все. Я говорю: папа, ну знаю процедуру. Это белое. Что мне не рамки нема, что мне белое. А что ты радишь? Я принесу. А то есть сербско-хорватской раки. Сербско-хорватской. Ну, это Первой мировой войны. После Первой мировой войны, да. А до этого часть Истрии принадлежала Италии, часть Австро-Венгрии. Но тогда Австро-Венгрия завоевала всю Северную Италию, и Истрия попала в состав Австро-Венгрии, и город Пула стал главным военным портом Австро-Венгерской империи. Но я знал одного человека, который всю жизнь жил в одном доме в Пуле. Он жил почти 80 лет. 7 государств переменилось. Дом стоял. Дом стоял. Радио появилось. Все, теперь все будет. Мир пришел. Друг с другом. Наоборот. Полюби землю, покою й хода, єр старе раме, бідова скрива. Полюби землю, покою й хода, она ти ништа. Она ты ништа не е криво. Полюби землю, покоей хода. Прибирай солнце, солнце са неба. И не душу да продай.
volju.